В общем, ребят, как я и обещал, мы сегодня с вами глянем на Ninja Blade, который вышел в 2009 году, ошибочка. Да, я выставил все на максимум, и разрешение, конечно же, офигенное. Да, хопых нет. Окей, давайте начнем новую игру. Посмотрим, что она из себя представляет. Такое вот у нас все безопасное, потому что, как бы, игрушка реально сложная, да. Когда я проходил ее, это было просто жопа. Так что, да, именно вот с этими настройками, выполнять сохранение, выключать консоль. Браво. Консоль. Консоль выключается. Окей. В общем, она является портом с Xbox 360, как я понимаю. И мы тут лицезреем охерительный ролик. Токио, 12 августа 2015 год. Угу. Нехило так они проскользнули. 2015 год. А ничего, что как бы игра вышла в 2009-м? Не? 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 Ну ладно. Ну тут, конечно, графон, да, для 2009 года сойдет, окей. Так, мы тут видим школьницу. И мужик, который пытается подойти к ней. Шо за? Эй! Что с тобой? Мисс, вы в порядке? Ух, ё. Что с вами такое, девочка? Ё-моё, серьёзно? Серьёзно? Охренеть. Вот этот ролик я еще не видел. Что это за нечисть? Ё-моё. Ну понятно, мужика, короче, схватила и превратила в такого же, как и он. Или убила вовсе. Ну, ясно. То есть у нас город будет заражен, я так понимаю. Мы будем спасаться. То есть, либо спасать выживших, либо спасать город. Как хрен его не поймешь, потому что как бы, да. Непонятно пока. И тут нас, видимо, бросают в геймплей, да? 38-39 FPS, неплохо. Так, графончик, мы, видимо, летим, да? На прошедшие сутки погибло 2000 человек. Вооруженные силы Японии с трудом удерживают защитный периметр. Сегодня. Знаете, что мне кажется? То, что вот этот город, он какой-то квадратный. Да. Ну, это лично мое мнение. Настал тот момент, к которому вас готовили годами. С этим противником многие из вас сталкивались раньше. Вот почему премьер-министр вызвал на помощь вас. Или нас. Но сейчас нельзя расслабляться и быть самоуверенными. Такого мощного заражения, как это, мы еще не видели. Вот наша команда. Увидимся на земле. Давай. Ух, какой он элегантный-то, ё-моё. Так, а мы будем играть за Кена, да? В чем дело, мастер? Вот. Вот тебе меч. У тебя есть один за пазух, и вот тебе второй. Будет два. Это... не понимаю. Ты поймешь. Как, просто как ассасины. И спрыгнули. Эй, просыпайся. Ты так спуск пропустишь, если ты не торопишься. Куры один истребит всех паразитов, а тебе ничего не достанется. Да, это точно. Ты графон. Не знаю, как это будет, потому что игра заточена под геймпад, а я играю на клаве. Я сам не знаю, как это будет. Ну, посмотрим. Так, квиктайм-эвенты. Это была правда мыши. Я нажал левую. Найс! Просто найс. Окей. Так, что дальше? Ну, конечно, игра этот... сама вот эта локация, город, она выглядит картонной. Лично мое мнение. Я так считаю, потому что даже вот при передвижении какой-то
такой этот экшончик должен наблюдаться, там типа ветер или же еще что-нибудь там с крыш. Хотя о чем я говорю? 9-й год, какие там нахрен, какой ветер, какие крыши? Окей. Так, ну в общем-то вот как-то так у нас игрушка идет. Честно говоря, неплохо. Я лично наблюдаю на самом деле не 90-е, как мне показывает Бандикам, а примерно 40. Где-то так, да. Ну хорошо, хоть нет слайд-шоу. Это уже радует. Так, ну вот мы с ними разобрались, что дальше? А дальше еще полез, понятно. Единственное, что модельки этих самых врагов, они какие-то однотипные. Никакого разнообразия абсолютно нету в них. А так неплохо выглядит, мне нравится. Ё-моё, без записи 100 FPS. 100 FPS, блин! Ха! Вы чё, серьёзно? Найду ко втором. 100 FPS. Отлично. Если я низкий поставлю, наверное, вообще там будет по 200. Мне так кажется. Так, вот у нас первый босс. Как я понимаю. Тихо. Тихо. Ах, я же ничего не нажимал. Что? Ну, понятно. Мне кажется, все-таки сложность зависит больше от этих квит-тайм-ивентов. Если бы у нас там стояла примерно высокая сложность, у нас бы квит-тайм-ивенты просто проваливались в никуда, и нам приходилось перепроходить. Так, чё? Пока не понимаю, чё от меня требуется. Да, блин. Как мне его остудить-то? А, во, красавчик. Сам себя ж в могилу загнал. Идиот. Пробел, чтобы использовать Quick Time Event. На, идеально. На еще. Превосходно. Вот как-то так мы его завалили. Честно говоря, текстурки у них не очень. Я бы сказал, даже очень не очень. В игре почему-то нет настроек, конкретных настроек текстур. Я не знаю почему. Там только есть нормальные, низкие. Ни высоких, ни ультра там нет. С чем связано? Наверное, с тем, что игра 2009 года. Да. Так, ну он, я так понимаю, нас сейчас свалит, да? Ни хрена себе. Сейчас пол здания рухнет нахрен. Ну, я так и знал. Ну, понятно. Красавчик, чё? И чё нам теперь делать? Он уходит, не упусти его. Нет проблем. Штуку таких размеров сложно потерять. Вверх по камням. Не обращай внимания на окружающую обстановку. Ну ладно, постараюсь. Как же медленно он прыгает. Ну, примерно так же прыгаем. Ух. Ух, ё-моё, как мы разгоняемся. Это как принц Персии прям какой-то. А теперь, как я тебя учил, используй силу и скорость, чтобы превзойти гравитацию. Преодолей этот разрыв. О, принц Персия. Бежать по стене. Так, скрытые предметы. Это я знаю. Куда нам дальше-то? Собирайте кристаллы. А, вон куда, понятно. Ох, ёп! Сейчас можно добивать врагов. Только я еще пока никого не добил. Ну да ладно. Ой, ёп! Моё. Вот эта штука. Черемет Quick Time Event тут играет очень большую роль. Очень большую. Они порой появляются там, где совсем не должны быть. И тем самым вгоняют тебя в ступор. Быстро, мы должны идти за ним. Пойдем. Да пойдем. Быстро же.
Типа я тоже так умею, да? Ну, ясно. Вот это было, конечно, да. Прикольно. Окей. Так, камера, камера, камера. Да что ж такое-то? Камера. О, отлично. Вверх по стене быстрее. И как же? А, ну понятно. Как принц Перси, да. О, вот это мне нравится. Тогда прикольно сделано. Акробатика. Ну-ка. Ух, ух, обалдеть просто. Дайте-ка еще раз попробую так. Вау. Ладно. Что-то не очень-то у меня и получается. А, вышло. Что-то тоже так, да? Так, а вот наши враги уже ждут нас с какими-то там пушками. Ага, то есть, чтобы выполнить какую-то комбо, надо использовать еще и Quick Time Event. Вон оно как. Ну, мы этим заморачиваться, конечно, не будем, потому что у нас врагов до хера. Нам это чисто не надо пока. Ну, они слепые, конечно, капец. Просто в упор подхожу к ним, они даже не видят, не реагируют. Ох, ё! Жиробас-то, а? Как не угомониться. Дайте-ка мне тоже такую хрень. Дай мне такую хрень, и я зайду и этот самый ведь. Это самое пламя. Не подчиняйся стихиям, повелевай ими. Ну ладно. Так, используйте я, чтобы прицелиться. Ух, какой прицел. Так, тихо. А, стоп, 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 стоп. Ну-ка еще раз я. Там же я надо, да? Че, почему? Не понимаю. Может, мне вообще не туда? Не туда, а? А почему он его убирает тогда? А, все, понял. Так, сюрикен. Ты знаю я, он может убирать огонь. Да. Так, пробежали. А вот это уже интересно. Как мне туда попасть? Также опять сюрикеном? Ну давайте проверим. Давай, братан, нацеливайся. Да. Нацеливайся. О. Красавчик. Да. Блин. Вот эта камера, она, конечно, убийственная просто. Да. Запрыгивай ты что ли? Ну ладно. Видимо, нам туда не надо запрыгивать. Просто, наверное, можем как-то тут пролезть. В чем я очень сильно сомневаюсь. Сейчас попробуем вот отсюда отпрыгнуть. Так, камера, камера, камера. Ну что ж ты такая медленная это, ё-моё. Какая же у нас медленная камера, ребята. Ну. Серьезно. Твою же мать. Как это пройти? Хм. По стене пробую бегать. Нихера не помогает. На эту фигню не запрыгивает. А, стоп. Вот же тут выпуклая поверхность. Чё-то я туплю. Так. Да, я ж... Так, ну, за очки мы можем прокачивать нашего самого персонажа, да? Как обычно. Во всех играх такого жанра. Так. Ну вот мы, в принципе, все сделали. Что дальше? А, не, не все. Где? Где они? Где?
Найдите хоть одного. Ага. Еее, горящий хер идет к нам. Воу, действительно, воу. Что это такое? Что это такое? А? Еее, увернуться. Воу. Ну, типа того, пока жив. Так, мечта. Ну, сначала его надо, видимо, охладить. Да? Да, его надо охладить. А потом уже херачить своим охрительным мечом. Который вкачан у нас, например, на уровень первый. Опять он загорелся. Вот же тварь, а. На! Охладись! Охлади свой пыл, мужик. Да ты чё, офигел? Сказал, охладись. Значит, охладись. Всё, изи. Я же его почти убил! Почему он зажёг всё? Пробел. Все, добивание. Еее, добивание. Так. То чисто, когда ты нажимаешь правую кнопку мыши, а он тебе говорит хорошо. Нормально, да? И вместо V нажимаешь S. Он тебе говорит здорово, превосходно. Еее. Охереть просто. Это было изи, окей. Что, ребят, вот такой вот у нас был Ninja Gaiden. Это прокачанный гигант был. И вроде как у нас мы проваливаемся вниз. Да, что-то рановато я начал заканчивать. Мы же еще должны убежать отсюда. Убегаем.